Открытый турнір па мініфутболі адзінства прайшоў пры Нёмані. Арганізатарам спаборніцтва ў незвычайным фармаце выступіла Гродзенская епархія Беларускай праваслаўнай царквы. Як вынік, на пляцоўку выйшлі 6 каманд, прадстаўнікі духавенства і свецкія дружыны. Уладзімір Лобан сачыў за ходам спартыўнай барацьбы. На разминце перед гульней команда Брестской епархии. Михаил Мандрик ведет перепосолку с партнерами. У юнацтве, каже Клирыкин, серьезно занимался футболом. Теперь же у Светра заявилась выдатная нагода обновить свои спортивные навыки. Рассчитываем мы, конечно, на победу. Каждая команда приезжает, должна быть, приезжающая в гости должна быть мотивирована. Мы приехали, конечно, побеждать. Но главное, что мы рассчитываем, это на хорошую дружескую атмосферу, за... Рассчитываем встретить друзей, встретить своих однокурсников. Об тем, что тут гуляют выключно аматоры, одразу не скажешь. Темп матча высокий, амаль профессийный. Боротьба за мяч идет на каждом метре пляцовки. Азартно, але выключно корректно. Спорт – это отличная возможность, чтобы объединить наших людей, показать, что церковь благословляет спорт, что есть здоровый дух соперничества, где можно проявить на поле лучшее качество, такие как любовь, забота, когда особенно соперник упал, помочь ему подняться. Поэтому это турнир – отличная возможность для того, чтобы вот именно в год единства Беларуси объединить людей между собой и приблизить как-то к церкви. Усяго 6 команд, 2 из яких светские. Згодно с регламентом, групповые поединки и протяглостью по 20 хвилин, потом у гульни за призовые места. Турнир одинства, який упершиню организовала Гродзенская епархия, прошел динамично у так званым экспресс-формате. Очень интересный формат предложила епархия. Да? Это необычно, это очень здорово. И такая солянка разношерстная от власти, как вот они сказали. Причем организатор проверял, чтобы не было подставных. От епархии 3 команды, от мясокомбината. Ну, очень необычный формат. У нас возрастные в основном все такие, а у них народ молодые. Мало говорить, надо что-то делать. Поэтому в этом отношении пропаганда здорового образа жизни – это очень важно. И почему бы не делать это на своем примере? Такие проекты футбольные, они объединяют. Футбол – это первая игра и в мире. У вынику бронзу завоевала команда Гродзенской епархии. На другим месте представники епархии с Бреста. А Викторию святковала дружина мясокомбината. Але, як погодились организаторы и удельники турниру, пераможенных тут не было. На поле перемогли сябровство и спортивное одинство. Тому уже огучена пропанова – надать дебютному турниру статус традиционного, открытого и штогодового.